Да, Дима? Нет, только вот сейчас вышли. Начинаем. Да, 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 вот сейчас. Приветствую. Приветствую. Ладно, ладно, ладно. Я хочу в пакете. Знаешь, вот это вот. Да. Да, да, она не работает что-то. Ты понимаешь, она плюс-минус. А я нажимаю. Вот. Михаил, нажми, да? Она должна это. Айсан Владимирович! Айсан Владимирович! Александр Владимирович! На окончание подойдем туда, на награждение, ладно? Хорошо? Thank you.
Вот такие, да? Ага, я понял, понял, понял. 26-го. Нет. То есть, ну, как бы, ну, поправим футбол, если вы что-то не времени. Поправим гербером, будем говорить. Но мяч уничтожен. Ну, пятерку, ну, пятерку, конечно, извини меня. Четверку там и хромой остановлю. Я уже тогда начал к мальчишкам подходить, я не привык, как ей бить-то, блин, там. Я тогда, помню, когда еще я занимался Байером, тогда все это... А, ну, ты тогда уже не занимался, там все, порядок, там все. А, четвертым номером, а у нас у меня все там, там, план, там, они все техничные. Они говорят, ну, ты что, ты будешь два лейтенанта указывать, блин. Ну это другой вид спорта, потому что другой мяч, это все так. А мы техники работаем совсем. Ну, может, вам говорили, ты зимой, что ли? Ну да, мы в финале пробухнем, за ним выходим. Что же, говорит, да я встану в ворот, я закатываю, что не могу, я встану в ворот. Я к тебе ухожу, он тут коснулся в ворот. Да, конечно. Я немножко тебя забыл, но мы подготовили. Что это прыгает, попробовал обработать, сейчас ты не технично, по деревянно. Четверку-то что, да, правильно ты говоришь, только чуть поджал, он все равно. Ну, как девушка на да. Ну, ведь я все никак не мог привыкнуть. Это все, да, сейчас до сих пор. Боюсь бить вот этот вот подъем, потому что это, ну, боюсь ногу оторвать, блин. Так себе, блин, бьешь.
сегодня. И очень часто Миша Геннадьевич обрезан. Конечно. Нет, это совсем другое. А это что-то здесь проводишь? Городские, областные, или кто больше открытый, что-то? Вот именно поэтому. Это как бы там сейчас встречается фильм спорта? Однако команда будет играть один раз в неделю. А я там с мальчишками тренируюсь, так думаю, они еще раз решают в понедельник, это у нас игра. Я говорю, ну все понятно. Ну как в прошлом году? Если команда составится вот так, вот команда с 40-летними, то 40-летними без поболета не может быть. 12 играет. Играет 5-5. Я помню, что в прошлом году это ветеранский. Это другой, значит. Да. Ты здесь не проводишь, ты просто как бы команду. Все понятно. Я-то думал, ты про это 12 игроков. Нет, нет. А вот там для ветеранов. 6 ветеран до миленький, мы там все 50. Конечно. Там аркада была. А тут все вид выходит, взяли к вам, все видит, они тут, они сейчас все посохнут. Они всю жизнь, они без перерыва, они ночью, я не знаю, спят или нет. С кем играем? Он даже не спросит, у него кеды в трусах уже там. Он даже не спросит, с кем играет. Да, он не имеет без разницы. Поскольку и где. А с кем играет? Понятно. Потому что вот, в принципе, сейчас вот это. Когда 28 команд уже завелись, я и 15 команд. Ты сейчас говоришь про дербер, да? Про мини-футбол. Да, вот 8-8. А, 8-8. Значит, много. 28 команд заявили. Ну, мне вообще тут команд набрались. А что? Все же. Все городские? Да. Ну, нет, там есть собраны, есть там. Ну, то есть, принесли защиту. Ну, игры все в Владимире, да? Ну, так ты вот здесь. Вот, видишь, как вот. Ну, как они вот, допустим... Слушай, а так ты, я не понял, пусть разметки как-то, чего? Ну, разметки, ну, разметки, где-нибудь приблизительно. То есть, она такая, как ты делаешь. Нет, хотя бы вратарская площадка должна быть, наверное. Ой, если без вне игры, ты останешься. То есть, не вратарская, штрафная имеется в виду. Штрафная, да. Фишка на сетке вот Старик! Я просто не видел. Ну, то есть это, не, ну, они такая идет, ну, в облегченном режиме, тоже не до миллиметров, то есть это чемпионат мира мы проводили. Просто разметку сделали, то есть то, что там что-то было важно.
Один судья в поле, в принципе, здесь. Ну, хватит вот этого фана. А играешь как вот? Ты прям, прямо тут что, на весь квадрат? Нет, а здесь сейчас будем делать эту зону по кругу, да? Пока не сколько, да. Все равно дофига, блин. Ну что, может быть, здесь, конечно, полем большая. А так тут, ну вы все равно, что на одной кольце все будет. Нет, тут... А то я в прошлом году, не будем себе там... С Мироном встречался, так и дела. Вот. Я тоже так идею, это же господин. А у меня там это был этот отца друг, директор училища, там этого отца. Отца друг мой был. Там постоянно отец мой был директор совхоза. 80-го года. Потом он что-то приболел, его перевели в Владимир. Потом мать стала у меня директором совхоза. А кто учился? А у нас тут в Башутино три класса. Поэтому я всех знал, мне тест всегда, когда я сам игрался с футболом. А ты в хоккей играл? За взрослый команд я уехал. Я последний сезон. За что, судья? За этот вот, футбол я за них успел вот последний год играть, я еще в школе учился. Он первый матч меня поставил, вышел, мы поехали к мужикам. Вышел, я 4 минуты, я 4 минуты сейчас. Медведев там был, вот, мой друг. Там, если видишь, Шмелев, он был коммерческим директором, там, у Мирона. А мы с Мироном, в кино поехали, там, он говорит, мальчишка, меня у них, ну, как бы, это престольный праздник у них в поселке этот, Успение. И вот вроде как, ну, как день поселка не считается, он говорит, приедет, это все. А тут тоже, тут ветераны футболки возня, тут идет тут Федя, тут под вот, себя, а мы так сказали вроде бы. Ну, мало кто говорит, Саша тоже такой. Вот поехали, поиграли, там, по-моему, как вышел, и сами тут все, этот, он говорит, ну ты как, это Сатар стал последним, он говорит, давайте в переднем, там все, все. Я там как бы полностью, там поймал, ну, там вот так вот, ну смотри, там где ворот. Там. Больше, я не знаю, в области есть поймал, или нет вообще. Раньше, когда я там был, у нас была вот школа, у нас за забором вот так она была. А сейчас они перенесли его перпендикулярно сюда к лесу, они сделали. И все эти системы, ну, пожалуйста, тоже из мастерской. Сейчас там идем, Федерико? Ну, да. И поехали, мы там сегодня живем, на край поляны там. Да. Павлович, а когда, третья группа, когда начинает? 26-го. Ну, что-то второй, а ей кто занимается? Тоже это. Ты занимаешься, да? Да? Потому что я что-то посмотрел, второй группы есть календарь, а третий нет еще? Пока еще, нет. Группы как комплектуют? Там немножко у нас, есть проблемы с командами. Мы набрали сейчас 19 команд. А сколько хотел? 3 по 8 сейчас что-нибудь? Ну да, ну в принципе, мы выход из положения там есть. Мы даже по 6 и 1-7 было. Сделаем им еще стыковые игры. За, там. Ну это, да, мы за задача не играют. Поиграть. Конечно. Конечно. И у них 14 игр. Да хватит. Вот так. Да они тем более все играют, еще тут играют, там, здесь. Конечно. Обожрешься. Одни и те. 16, да, одни да, те. Да. У меня что-то с мальчишками хожу, сейчас он тренируется, он сидят вот эти, вот, да. Они вон играют вот, за энергетику. Ну, пусть играют. Это хорошо, это опыт для них. А тем более со футбол, мы с мальчишками начинали. Играть, а здесь мужиками, конечно. Извини. Мы так же начинали. Андрюх, футбол откуда? Я знаю, нет, они заявили, что... Да, вот он мне и говорит, что мы играем, он говорит, ну, мне денег не придем. Я говорю, ну, из вас тогда, может, и пойду. У нас там резинку сделали, ну, классно, конечно. Ну, лучше такой, чем никакой. Да нет, она лучше какая-то есть, она потом какая-то... Нормально, сейчас он чуть-чуть, конечно, второго делает, порядок искусственного, 46 на 20 там. Дебасит был второй? Конечно, да. Это бассейн. Я не знаю, где... Ну, фок, как это, Давид, достроили, что ли? Ну, фок, вот он вот так стоит, а... Рядом. Ну, с подъездной, когда едешь, да, с правой стороны. Вот этот бассейн. Пустой. Крышу сделал. Поэтому там еще не бассейн, там поможет, там искусственный крик. Такую траву. Здесь стены обделывают, вот, чтобы от ветра все это. И там полгода будут играть. Не скрытый. Под крышу загонят вот такую траву. Нет, ну я не... А тепло-то будет или нет? Ну да, он сказал, будет. Где же он там скотчик нашел? Нет, они же от этого, ну, от фока, видимо, там может. Пусть это.
крыльцо, да, там же 8 метров готовы стоять. Скорее всего, может, туда пройдут тепловые какие-то. Ставроваться оно, Егорь перекатный, поэтому там я, не знаю, там за коммуналку меня платить тоже. Поэтому, когда вот на этом турнире ты был последний вот, хоккей, ходил там Рыбин, там Гагарин, он постарше меня, он учился. Мы все вместе учились в английской школе. Ты сдавал автобус каждый день, нас автобус возил все время туда на занятия, потом два раза забирал. После четвертого. А хранили где они? В Жарках? Нет, там. Или нет, туда есть? И в Ашутинске, Анопинске, и вот, вот здесь вот перед поворотом. Как это? Покров. Ну, называется Покров, это вот кладбище, где церковь стоит. Да-да-да, ну почему? Говорит, Покров называется. Покров там. Ну, дорога туда, куда пошла-то она там? На Гридина, Попович, что ли? Ну, там Попович, там Попович идет. Попович там немножко в другом месте, а здесь Гридина, скорее всего. Да, Красноярский хранили все время. Вот, ну, здесь. Да-да, вот на этом кладбище, да? Красноярский тоже возник. Да-да-да, ну, там бабушка, не бабушка, про бабушку не будет. Здесь Вашутин, Ланотинский, здесь это хранили. Потому что там кладбище А, это старый, что ли, вот здесь, который по дороге? Нет, а на нем не хранили. Вот по дороге, не доезжая Росомах, вот направо, Китаец, да? Ну, вот здесь вот. Полюбинский хутор проезжает, сразу поворот направо. То есть там, значит, одно кладбище? Да. Я когда помню, раньше, когда еще этот хулиган все были, там Анопинский с Красноярским договаривались, там все дрались, там на кладбище на Пасху. Отец себе машину давал туда, нам в завод. Вот мы ездили там, ну, все. Ну, мальчишки были, мы что, маленькие да. Вообще там. А ну, сейчас даже дровнее. Почему не знаю, то есть все. Ну, вот с коллегами поработал, построил, мы остались на счет сказали. Я построил. Да. Только мне не заплатил, правда, денег. Бережем, почему брат порядочный? Я его брата даже не знаю. Сестру знали, вот она там как бы занималась сначала, а потом он ее выгнал. Нет, это не два сына, боксер. Ну, может, ты путаешь? Да как именно боксер? Да. Ну, один сейчас он в Уршеве командует, другой здесь вот в Укатном. Он же пошел от жены этого. Я коллега, я его знаю 100 лет. Он же тоже у нас раньше дома был. И отец его, Джим Иванович, мы с отцом моим дружили. Он учился в одной группе с моей дядькой здесь, вот, в политехе, и с женой своей. Вот. Поэтому как бы я их знаю, когда он денег стал, нужно, я же дядьку привез. Ты говорю, когда я денег все равно. По тем временам, ну что его, где-то 12 миллионов тогда. Вот. Он десятку заплатил, и где-то поменьше, где-то 20 миллионов такая. Я к нему ездил, еще, потом как-то приезжаю, что-то охранники мне говорят, сегодня не попадешь, там, в субботу на маленьком ходу, в своем заднем, взяли Атлант, что ли. Ну, я говорю, а что такое? Ну, патрушек приехал. Я говорю, да ладно, не лето, ладно. И потом я спрашиваю, что за машинки хоть бы, не скажу. Ну, я приеду, патрушек приехал. Как у меня был? Не, с Коперским то нет. С Мироновым они всегда вот. Если они знавали, если один кто-то будет на мероприятии, то второй никогда не приходил. Из 10 слов мне 15 матов. Ну понятно, это все, это такое натершение. И денег так не надо. Там был Бандик Саранский, с ним там работали. Мне все давай, попробуем. Отдачи за ночь. Что Тверь с таким людьми учается, ты такой крутой, как ты. Я уж не знаю, ты его родители мои знают, или где ты учился, что его попросили, хорошо. Гостиничка, я скинул 30-летним. Ну, ты еще не делал, потому что 51 год, он сразу посрали. Ну, главное, нет отношения с ним вообще обалденно, блядь, я там денег заработал. Что я там все крыши делал, там все эти, там все бильярдные, там рестораны. Гостиницы, вот гостиницы внизу. Миша, который хотел приехать, сам меня сбаламутил, блин, еще ты этот. А мне Гриш сколько? А вон ходит, Гриш-то вон дергает, а вон он стоит с Варламом. Ага. Что-то мальчишка, он это в Сочи играет первую игру, сейчас это что-то вроде не дома, на компьютере. А поляк? Какие-то. Вот они в 12 играют, сейчас 18. Там 40.
плюс, да? Давай. 45 плюс, это уже там могут играть все, хоть обладатели как постоянно. Там Челябинск, Ярославль. Там не команда. Команда попадает, я не знаю, там 50-я часть. Остальные со школы извинения. Вот поиграть с ними. Там нет, там сложен диза. Не, в школах можно. Если у тебя был контракт с специальным клубом, вот факт не задай его. Не будет здесь когда вот это. Нет, в школах можно, там хоть угодно. Почему? В школе ты его делал, было, все. Не-не-не-не-не. А что ты в школе? Ты в школу ходил. Он мне говорит всегда. Да. А он мне говорит, на вот тебе. Не давал плохом, я тогда с ним менялся. Что мы как с ним поехали играть. Я просто раз едем как-то еще в автобусе, помню. Он говорит, слушай, у тебя какая тушка хорошая, где нам Рига? 4.20. Она вообще дороже, чем это было. Да. Вот, не новый, не бомжный, я даже сейчас, когда загнусь, когда кость не купишь же вообще. Ну, сами думают, сами были. Сюда, Буша! Отец, он Буша. Ну, у нас из мальчишки все, кто будет быть, ну, похуже учиться, потому что они чаще, там нас называли как болото. Болото, да. Болото, да. Здравствуйте. Защитник. Смотрели? А Мирон, ты что еще с ними? Это не можно играть, что они исключили контракт? Не можно играть все равно. Он, конечно, такой техничный, тонкий игрок, но... Тут есть по третьей эти ребята. Тот же как это, мы говорим раньше, сиськи. Ну любого. Чекам свое, мне нравится, я думал, там заиграет. А он где? А, вот, ты присылай. А, я понял, он тоже в команду ходил, такой же закрытый. Ну, я понял, вон, пятый номер. Такой этот, жесткий такой защитник. Я понял, он играл за торпеду. Синков ты еще больше прибавил. Да нет, он не заиграет, он удивился как-то. Я думаю, что его перейдет, потому что ненадолго, конечно. У вас никогда никто не любил. Когда мы подходили, мы сегодня еще слышали, говорят. Это вот у нас мальчишки там в прошлом году у нас ездили, там же были сессии определенные. Дураков много, не все, конечно, но... Как мы говорим, вот хотите играть, давайте, вроде бы, вот игры не ждете там. Все игры на выезде. Смотрю, удивился.
я, конечно, хочу, чтобы этот дурик не решил задачи. Блин, ну да. Ну нифига себе, они тут в Челябинске выиграли, а этот угорел об камень. Газовик. Да. Я так удивился, они же по потерянным догнали. Там разбили там столько денег. Они туда приезжали сюда. Когда играли вместе, сколько они? Первые люди там не у всех такой. Мартин, знаешь, что такое? 80 рублей. Я не знаю, примерно, я не знаю, сколько у меня. Да, вообще, конечно, это решение задачи, там все. Ну это да, он тут сам выскакивал, конечно. Сейчас не низкую голову. Ну что, он со спины выскакивал, даже конечно. Красный вниз голову палец. Он видел, что тут ногой. Да, да, да. Синий не видел. Мышка губка. Логически, да? Да. Бакинских, и потом еще достал деньги, да. На Гошке, это не Гошке вообще, не вышел никогда. Не знаю, приходил, а не ходил. Не точно. Сколько грязь у нас идет? Мы сейчас просто конфетки прокладываем. Как игрок там был, там на удовольствие, что конечно. Умный. Мишка, это уже босс нахуй. Да нет, ну Ковровский не задеточка. Тем более у него всегда пузо-то было. Да. Там же Ковровский ничего тебе что-то ничего не скажет, блин. Хорошо удал, в принципе. Дал хорошо, вообще дал хорошо. По уму. Игроцки. Так вот положи, если это. Так, положи в упор с ним, господин. Ну, парень, ты не здесь играешь, блин. Это другой Тихомиров, что ли? Не понял. Два брата не близко. Нас набирали тогда первый раз 0636 АКМ. А он был это МПшник там. Инженер-преподаватель по высшей строительной дисциплине. Вот это дети его два близнеца. Я знаю, он сам из этого, он, кстати, из Акета, за Волжебный кинешь, мой брат, сразу отец. Ну, мало там, наверное. Помнишь такую команду? Волжебный кинешь. Помнишь. Да? А, мне Пасняр мне сказал, Савчик тебе позвонил бы. Представляешь, Сашка, Таим! Таим! Ему страшно было играть, он всегда он этот, ну, как да. Этот, нарезал, как этот. Ну да, там, еще там вот он, кто же там еще у них был, их там Савч сам говорил, Остросаблен, Остросаблен. Ну и отрывали, они там вырезали там. А это где-то год был 88, 89 что-то. Не было правда подающего, он был защитником. И меня наши тех пускают. Ну, да, тенч на кухне. Я чувствую, ничего, конечно, выдавай даже. Но он заняли тихо головой. И у меня мяч месяц, у меня голова как дома прям. Прямой, да? Чисто. Ну, уже мяч вижу, да? Ну мы так сейчас, он же не видел, что он тут принял. Я прям прям это, всем подниму, а он зачем поднял? Я там сейчас очень страшно, потому что он вообще как садил. Ну что-то не сделал, да? Это, а я сам столько как сам испугался. Я его сзади не видно, буквально, думаю, сейчас, раз, мяч улетает, а мое место голова. Ну, мелко синчина, все было. Я вас слышу, я тебя запомнил, я тебя там. Ну, Санька злой такой. Да, да, да. Ну как, я не говорю, ты ну, что тут это? Да нет, я все понял. Все, я на самом деле его. Ладно.
Это был крутой август. Зимой играем на той поляне. Тут снег еще не раньше. Ну, раньше всегда, да, перед снегом проводился, снегом. Я опять вниз выхожу, опять со строителем. А он уже, значит, все. Только я уже играю Леон подачу, а он правозащитник. Классно, что мне вот здесь вот, значит, ну, в три стороны, мне у нас передача идет сюда. Я чувствую сзади, а я не вижу его, я чувствую, понимаю, значит, это. Мне дает, и я на месте понимаю, а мне вот сзади, блядь, а он же летит, значит, глаза вытащит. Ну, он такой. Ну, я его опять вырубаю, понимаешь? Его уносит, блядь. У тебя тогда другой мир был. Завтра же он делает, он делает. Ну, кто ж меня? Он бахнул бы гнездуху. Опять, я поджимаюсь от всех поджимаю. Я вожу, блядь, опять уже. Хотя бы сам тебя хотел. Ну, мы с ним как друзья, потом, ну, он у меня за спартанец играл, потом мы все вспоминали. Саш, я губы разгу. Самый жесткий был. Я говорю, Саня, губы разгу, я тебя совершенно... Я никогда там это... Я смотрю, не буду, потом... Я поджался, и бух. Чем с бобром были похожи на бобера? В школу-то у него совсем применение. А так вот они вот пожалуйста. Саша любит подачу на кубрик. Он сам прибор. Нет, Саша, ну что, 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 значит, Мишка, я Мишка Петров тоже узнал, по-моему. Я вот этот сорок, что встретил старшего. На юг, мы стояли, поговорили, что-то понял. Мне Андрюшка Петров позвонил первый, так-так, я буду ехать. Они поджали, говорит, сын, кто-то говорил. Ну, я опять спрошу, Дима, просто собранчиков с целью поговорили, что ли? Я скидываю, что а, я с кого-то я тут встретил, этот человек. Ваня Габанов, Фибер. Вот, где тот, кто сейчас хотел сказать, я кого-то встретил, а вот мне не говорю, кого-то вообще-то встретил. Вон там, кто-то не делился. Там никто город называл, я не помню кого. Да, рядом с Могилевым. А, на Сафте мне как раз сказал старший, на их третий, говорит, это Серега, мы же где-то выплыл воздух, сейчас здесь ловим вообще. Кто, Абрамчик? Да. Конечно. Вот столько не имеется. Мы же долго там двигаем с собачками. Ну, значит, конечно, данный хороший, блин, тоже такой сейчас мечный такой, он такой этот, с головой такой, да, он всегда такой вот этот, такой быстрый, технарь такой, да. Такой с головой парень-то, футбольный вот. Говоришь, что скоро сейчас там некие дыр-дыр. Он что-то начал этот, мальчишка, он от нас, этот, мальчишки какие-то молодые пришли, говоришь, рот закрой, все, я говорю, тебе табуретку вынести, сиди, сейчас. А он знаешь, как он такой, говорит, баскетбол, чтобы пробежки не было, вот так вот. Это вообще, говоришь, ты все, там тебе боль сатар, там было, они говорят, ты быстро там отпинал, в чечетке тут команду. Говорит, ты рот закрой свой. Конечно. Да, да, да. Порядки. Я не знаю, там, как 10 метров. Не пробежал, а прошел, когда на поле выходил. Вот это 10, когда обратно выходил. Вот и все.